Плюс ко всему, отдельно хотела сделать акцент на термокружки, термобутылки. Есть герметичные модели, есть модели для стационарного использования. Но здесь самое важное – это качество стали, из которых они сделаны. Это 304-я сталь, высококачественная. Вот эти, например, кружки герметичные. Очень удобно тем, что у них разборная крышка идеальная. Вот. Потом все под персонализацию, естественно, сделано. По пластиковым бутылочкам тоже очень-очень хорошая новинка. Используется высококачественный пластик, используется тритан, который используется также для изготовления детских бутылочек для детского питания. Не теряет свою глянцевость, можно мыть посуду в моечной машине, большая вместимость. Естественно, это все тоже под персонализацию. Плюс дождевички. Наши замечательные, тоже новинка, появится в июне. Так что обязательно обращайтесь в Ремарк для заказа таких вот дождевичков. Они идут универсального размера, в двух цветах материала. Материал тоже высококачественный. И, естественно, как на всю нашу продукцию, у нас гарантия год по всем нашим продуктам. Плюс на ежедневниках, естественно, тоже мы практикуем все то, что отличает наши ежедневники, все те прекрасные виды нанесения. Это как просто тиснение, полимерные наклеечки, могут быть с металлизированной подложкой, могут быть с обычной белой подложкой. Это вот очень интересно по дизайну, можно обыгрывать. УФ-печать с подъемом, тоже как прекрасный вид нанесения. Ну, здесь вот тоже это обыгрывается. Шильды различные и УФ-печать. Плюс ко всему, можем делать еще УФ-печать с фольгированием на ежедневниках. А, и, кстати, вот эти вот виды персонализации, их можно использовать не только на ежедневниках, но еще и на, допустим, аккумуляторах, на кружках, на бутылках тоже можно использовать УФ-печать с подъемом. Выглядит, на самом деле, невероятно эффектно, поэтому обращаю внимание на это.